все были разные, были вопросы странные. Мама, как называется то, что летит в облаках? Ой, мама, смотри, что-то падает, похоже на одуванчики. Женщина улыбается, это сынок десантники. Ой, мама, смотри, что-то падает, похоже на одуванчики. Женщина улыбается, это сынок десантники. Время прошло, возрослел мальчуган, мать со слезами, бесшумный перрон. Девчонка прижалась к его губам, в армию уезжает он. Да вы не волнуйтесь, милые, время пройдет, я вернусь домой. Я тоже хочу попробовать, как одуванчики летят над землей. Мужчиной стал он в армии, лет смелый и руки сильные. Бесстрашен взором прыгал он большую бездну синюю. Но тут был однажды подвёл его, и вылетев с тропы запутались. А запасной он открыть не смог, упал в парашют, укутался. Но тут был однажды подвёл его, и вылетев с тропы запутались. А запасной он открыть не смог, упал в парашют, укутался. Время прошло, и девчонка та ведет малыша по улице. Мальчишка поднял свои глаза, видя, как тучи хмурится. Ой, мама, смотри, что-то падает, похоже на одуванчики. Девушка вдруг заплакала, это сынок десантники. Ой, мама, смотри, что-то падает, похоже на одуванчики. Девушка вдруг заплакала, это сынок десантники.